Здравствуйте, меня зовут Дмитрий Павленко, я актер театра и кино. Я закончил театральное училище имени Щепкина, уже 30 лет служу в театре Ермоловой. За это время сыграно огромное количество больших и малых ролей. Любимые роли — это Кричинский в «Свадьбе Кричинского», это Подколесин в «Женитьбе», это «Бред вдвоем» театра Ионеско. В кино сыграно более 100 ролей, всевозможных. Последние любимые работы – это «Легенда о самбо» режиссера Андрея Богатырева. Я сыграл Виктора Афанасьевича Спиридонова. Это фильм «Дыхание» Романа Каримова. Вот. И были 2 проекта за рубежом в Венгрии. А так я жду от вас новых предложений и новых проектов. До встречи!